Президент Украины Петр Порошенко сегодня официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сказал, что на это его сподвигло чувство глубокой ответственности перед страной. Так и заявил на форуме в Киеве. Стартую снова ради сохранения курса на преобразование Украины в большую успешную державу счастливых людей. Цитату уже горячо обсуждают на улицах. Киевляне вспоминают, как 5 лет назад Порошенко что-то подобное уже обещал. В итоге осчастливил только себя. Его личный капитал вырос в 12 раз, а благосостояние простых украинцев только ухудшается. Растут тарифы, дорожают продукты. Русский язык практически вне закона. 5-й год тлеет конфликт в Донбассе. И вот как реагировали сегодня в Киеве на заявление Порошенко. Не надо его в президенты. Я не хочу, чтобы он был президентом, честно. Ничего не поменялось. Плохо было, стало еще хуже. Цены растут, коммуналка растет, газ вообще сумасшедших денег стоит. Обещал снижение цен на газ. Мы получаем 860 гривен пособие на ребенка, а пачка памперсов стоит 600. Как дальше? По данным социологов, Порошенко сейчас поддерживает меньше 14% избирателей. Лидирует в президентской гонке Юлия Тимошенко. Выборы на Украине пройдут 31 марта.